Партия Бай собралась молодежь Шымкента. Сегодня она устроила настоящий праздник для малоимущих, для многодетных семей. Здесь раздают мороженое и напитки, и концерт. Все это для детей и для взрослых. Большое спасибо, где ваши аплодисменты? Всего полтора года работает молодежный благотворительный фонд «Кайрлы Бастау» – молодежное движение «Рука помощи». Сегодня он собрал около 300 волонтеров, которые помогают многодетным, малоимущим и людям с ограниченными возможностями. Организаторы в течение недели каждый день распространяли буклеты, листовки о мероприятии, писали посты в социальных сетях. Мы теперь планируем проводить данную акцию раз в две недели. Также у нас очень много талантливой молодежи, которая неравнодушно относится к данной ситуации, происходящей вообще в целом городе и в Южно-Костанской области. Наш фонд в скором будет охватывать больше районов, больше районов, для того, чтобы помочь нуждающимся. Этот праздник был организован для жителей микрорайона Достык. Они получили специальные пригласительные билеты. Помимо раздачи мороженого, напитков, была устроена ярмарка вкусной выпечки, а детей ждал еще один сюрприз – игрушки в подарок. За мероприятием с удовольствием наблюдали и горожане, оказавшиеся вечером в парке имени Абая. Мы рады, что у вас на городе Шымкенте проходят такие мероприятия благотворительности для многодетных детей, как родителей семей, то есть детей многодетных семей, да. Что вот радуют наши спонсоры с города Шымкента, вот мороженое, напитки раздают. Мы благодарны им. Такие устраивают праздники у нас в городе. Здесь будет концерт для детей. А это приехали. Эта акция показывает, что у нас есть неравнодушные люди, и наша молодежь всегда готова поддержать тех, кому нужна помощь. Молодое поколение готово протянуть руку нуждающимся. Слоган фонда: «Если есть желание и возможность, то почему бы не помочь?» Здравствуйте! Вы сейчас выступать будете? Да, а для чего вы здесь вообще? Ну, первоначально, чтобы хоть как-то развить наш спорт. Экстремальный вид спорта под названием BMX. Разнообразить жизнь города, чтобы не было скучно народу. У тебя телефон? Чтобы, например, ну как сейчас время нелегкое, кризис и все дела. Чтобы хоть как-то поддержать народ, развеселить его. Такие мероприятия – мотивация к здоровому образу жизни. Ребята из многодетных семей могли увидеть, что спорт – это хорошее здоровье, подтянутое тело и отличное настроение. И для этого вовсе не нужно ходить в дорогие спортивные клубы. Это мероприятие очень нужное для нашего города, области и вообще для страны, потому что здесь вот это мероприятие приносит много пользы для людей с ограниченными возможностями. Нас пригласили для того, чтобы мы выступили и показали, что такое здоровый образ жизни, что такое спорт. Зрителям были показаны зрелищные спортивные номера. Для них были организованы конкурсы, звучали песни и исполнялись танцы. Мы рады, что нас позвали сюда. Зрители понравились. Хорошие, эмоциональные, как бы сказать, все заряженные на 100%. Все радостные, довольные. Мы надеемся, что такое молодежное движение на самом деле подарит надежду и веру в свои силы многим людям.